16 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета стартовала научная школа молодых ученых «Каталитическое облагораживание тяжелой нефти-3». Тема выбрана не случайно, ведь она актуальна как никогда. Обработка нефти до недавних пор занимала большое количество времени, но с технологическим прогрессом процесс упростился. И теперь, благодаря новейшим разработкам ученых, человеческий фактор перестает быть причиной ошибок на производстве. Например, на конференции со своим докладом выступила группа молодых геологов, которые разработали уникальное приложение. С помощью него процесс очистки нефти от загрязнений будет проходить гораздо быстрее и качественнее. Всего существует 3 вида облагораживания и очистки нефти – химический, механический и физико-химический. А добавление искусственного интеллекта в эту процедуру умножает перспективу в этой сфере. Мы выступаем с докладом, касающимся автоматической разработки масс-спектров и их интерпретация, то есть то, что должны были делать люди, специалисты своей предметной области, теперь делает и прикладной искусственный интеллект. Мы являемся своего рода профессионалами в этой области деятельности, поскольку сделали уже более 50 патентов. И вот приехали сюда, как новую предметную область, приложение искусственного интеллекта к обработке тяжелой нефти. На мероприятие были приглашены делегаты с разных стран. География обширная. Со своими докладами выступили ученые из Китая, США, Мексики, Ирана, Канады, Нигерии и, конечно, России. Коллеги обменялись мнениями, касающиеся насущных проблем в области нефти, а также развили достойную коммуникацию в мировом научном геологическом сообществе. Немаловажно, что спикеры осветили и тему паратепловых методов добычи высоковязкой нефти, освоение нетрадиционных углеводородных ресурсов и каталитические комплексы. В Казанском федеральном университете, значит, получен грант на развитие лаборатории мирового уровня в области катализаторов для подземного облагораживания нефти. И в рамках этого гранта проводится молодежная школа для молодых ученых, на которой выступают ведущие международные эксперты со всего мира. В рамках этой лаборатории задача – это добыча высоковязкой нефти и сверхвязкой нефти с использованием тепловых методов воздействия и каталитических систем. По итогам этой работы уже имеются определенные пилотные испытания на месторождениях нефтяных компаниях, и эта технология показывает хорошие результаты практически. Организаторами мероприятия выступили Казанский федеральный университет и акционерное общество «Зарубежнефть». Поддержку оказал Российский научный фонд, который выделил грант на развитие лаборатории мирового уровня, что, безусловно, позволит упростить процесс обработки нефти и использования ее в промышленных целях. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз.